Меня зовут Владимир Еремин. В этом видео расскажу, как работаю на корпоративных мероприятиях. Ну, сейчас классно будет. Начнем с подготовки. Все начинается с идеи проработки концепции. Ведь корпоративные мероприятия – это не только веселое времяпровождение, но и хорошая возможность решить задачи клиента, а также способ раскрыть сотрудников с новых сторон. Во время мероприятия я общаюсь с сотрудниками на одном языке, потому что погружаюсь в деятельность компании с головой, задаю общий тон и атмосферу вечера благодаря интеллектуальному и доброму юмору, который понятен всем присутствующим. Я убежден в том, что каждый гость должен быть услышан. И программа мероприятия строится таким образом, чтобы была постоянная динамика вечера с такими активностями, в которых гости с удовольствием и интересом принимают участие.